Всем привет, с вами я, это мой ник в ютубе. Я буду обозревать обзор на хеликоптер модель Series BR-6008. Я его недавно купил, буду обозревать обзор на него. Вот, приступим с коробки. Внутри у него был пульт и антенка, которая может двигаться. Это уже понятно. Дальше инструкция и зарядник и винт, запасной винт. В коробке, коробка очень большая, я прочитал модель вот здесь. Вот, батарейка разряжается все-таки. Тут долго читать, я английский не знаю. Просто можете паузу поставить и все прочитать, как бы. Вот. Здесь вертолетик был. Здесь такая белая коробка. Сейчас белую коробку покажу. Вот там был управляемый пульт. И зарядник. И инструкция, и им тот маленький винт. Вот. Снизу что тут есть? Снизу. Вот так. Да, снизу так. Показано, что может вверх. А, слева вправо. А, ширина его. И вот ширина. Там. Так, размер показан. И здесь Майин мотор 340 миллиметров. Тейл мотор 70 миллиметров. Мотор 130. Imperatus батарейс 1000 малиполи. Ну, 3,7 вольт. Вот. Нельзя, короче, его чинить там, воду пропускать через шнуры, такие электричество пропускать, через самолет, как это? А, разбиваться, типа. Вот, здесь показано, что как можно им пользоваться. Здесь батарейки. Тут плохо, что надо на это 6 батареек. Вот, сзади коробки показано, как заряжается, ну это уже всем понятно, легко. Вот, в принципе, поэтому все. Ладно, давайте инструкцию покажу все-таки же. Сейчас выброшу коробку, чтобы не мешалось. Вот. RC Helicopter Eli Snake Shake. Как-то так. Я английский не знаю, просто вот на паузу поставьте и прочитайте все. Вот. Здесь показано, что как он летает там, бла-бла. Можете просто на паузу поставить и смотреть. Вот. С задней стороны. С задней стороны это. Там вот это. Вот это. И вот это. В принципе, все. Пульт. Пульт вверх-вниз. То есть, куда он полетит, вверх или вниз. Он должен вот так стоять. Выкл-вклыкл. Это направление вертолета. То есть, он влево летит, вправо летит. Есть. Он как поворачивается. Здесь выключить, включить. Как там. Такие мигающие штуки. Это вперед. И, в принципе, все. Вверх вставляется вот эта антенка, чтобы ее удлинить. Она длинная слишком. Вот сюда батарейка 6 держится на одном болтике. Тут написано от вертолета 40 мхз. Не знаю, что это. Вот зарядник такой, у всех такой был. Производство китайское, мандаринчина. Вот. На вертолетике. Вот здесь есть такой шнур. Их двоих присоединяешь или подзаряжаешь. Держишь вот этот задний шнур. Вот. Но я присоединю. Сейчас. Сам. Не на камеру. Все, присоединил. Как бы вот включатель здесь. Включаешь как бы. И видите, как мигает. Вот про эти мигалки я и говорил. Ой, блин, случайно включил. Эх, чуть не обкакался.
Вот. Сейчас оттуда уберу. Вот штука. Вот. Как бы ключ. Только пусть он не летает. Все, я его отключу. Вот. Отключить, чтобы мы просто убираем вниз. Вот, мигалки включены. Я же выключил. Все. Вот, когда вот на эту кнопку, которую говорил, мигалки отключаются. В чем прикол? What the fuck? Сейчас, короче, ладно, выключу. Короче, когда вот при нажатии вот этой кнопки, он отключается, где мигалки. Вот, когда вверх, он летает, короче. Думаю, случайно задел или что. Вот. Это управление, как говорил. В принципе, можно заканчивать. А не хочу дома делать. Потому что он на улице взлетает хорошо. А дома он просто разобьется. Вот. В принципе, можно заканчивать. Думаю, потом обзор. Если хотите обзор, то пусть наберется 40 лайков. На улице поснимаем, как летает этот вертолетик. Ну, в принципе, всем удачи. Всем пока.